нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы же еще осенью прошлого года договорились, надо из городов пригласить на работу бывших комбайнеров, их немало. Некоторые промышленные предприятия сегодня не задействованы на полную мощь. Направьте в помощь селу соответствующие трудовые ресурсы. Никто не имеет права без разрешения руководителя куда-то выйти, выехать и так далее. Надо собрать хлеб. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему, ибо будет беда.